Ну а далее предоставлю эфирное время еще одному герою. Это Трифон. И у Трифона, увы, нет дома. Его ласково называют Триша, и вы можете стать ему хозяином. Пристроим вместе. Знакомьтесь, этого милого пса зовут Триша. Триша молодой, активный и общительный пес. Любит играть и отлично ладить с детьми. Легко поддается дрессировке. Подойдет как в квартиру, так и в частный дом. Очень дружный, очень такой нежный, ласковый пес. В принципе, можно попробовать его на охрану, но он больше пес-компаньон, да, для души, для прогулок совместных, для игр. Добрый мальчик. Спортивную семью, которая тоже любит гулять, играть, было бы очень здорово. Если вы хотите стать любящим хозяином для Триши, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33.